С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня я приготовлю изумительно вкусные чебуреки на заварном тесте. Чебуреки по этому рецепту получаются с тонким хрустящим тестом и очень нежной, сочной начинкой внутри. Ну что, у меня получилось вас заинтриговать? Побыстрее приступаем к приготовлению! Для того, чтобы приготовить очень вкусные чебуреки на заварном тесте, мне понадобится для теста 500 грамм муки, 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 10 мл водки, 20 мл подсолнечного рафинированного масла, 300 мл горячего кипятка для мясной начинки, 600 грамм мясного фарша, 100 мл холодной обычной воды, 200 грамм уже очищенного репчатого лука, соль, перец черный молотый по вкусу. Также мне еще понадобится приблизительно 250 мл подсолнечного рафинированного масла для жарки. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для начала приготовлю тесто. Для этого я взяла половину муки, высыпала ее в глубокую миску. Всю муку я заранее просеяла через сито. К муке добавляю соль, сахар, подсолнечное рафинированное масло и все хорошо перемешиваю. Все хорошенько перемешала, сюда же одним махом добавляю всю воду. Вода горячая и кипяченая, она только что у меня закипела. Сейчас добавлю воду и снова все хорошо перемешаю. Тесто сразу возьмется комочками, это ничего страшного, потом комочки эти они разобьются. Оставляю массу на минут 15, чтобы она немножко остыла. Масса немножко остыла, она еще теплая. Когда вы придрагиваетесь к тесту, вам не должно быть горячо, должно быть приятно к телу. Сюда же добавляю 1 яйцо, водку и снова все хорошенько перемешиваю. Нужно водку с яйцом вмешать в тесто. Все перемешала, порциями добавляю остальную муку и замешиваю мягкое и эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Вы лучше муку добавляйте порциями, может вам понадобится немножко меньше муки или немножко больше. Тесто вымесила, оно готово. Посмотрите, какое оно получилось мягенькое, эластичное, и оно совсем вот не липнет к рукам. Люблю работать с заварным тестом, оно такое послушное получается и податливое. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и оставляю при комнатной температуре на минут 15, чтобы оно немножко отдохнуло. Пока тесто отдыхает, подготовлю начинку. Для начинки я взяла мясной фарш. У меня заранее подготовленный фарш из свинины. Вы можете взять говядину или можете использовать говядину со свининой напополам. Сюда же к фаршу на крупной терке натру репчатый лук. Я вам сказала 200 грамм репчатого лука, потому что у меня лук разный по размеру. Если у вас будет крупный лук, то достаточно будет двух крупных головок. Сюда же фарш на крупной терке натираю лук. Если у вас фарш еще не подготовленный, то лук можете вместе с мясом перекрутить через мясорубку. Лук весь натерла. Для того, чтобы чебуреки были сочные, чтобы вот этот вот сок тек по губам, в начинку добавляю воду. Ведь начинка – это, можно сказать, душа чебурека. А вкусное хрустящее тесто – это такое его тело. Также к начинке добавляю соль и перец по вкусу. Вы можете добавить любые специи по вкусу. Начинка готова, пока ее отставляю. Тесто уже отдохнуло, рабочую поверхность немножко присыплю мукой. Тесто нужно разделить на 20 равных частей. Все тесто
тесто разделила на 20 равных частей. Шарики из теста сложила на тарелочку и накрыла пищевой пленкой для того, чтобы они не заветрились. Пока все шарики отставляю, беру один шарик с теста, рабочую поверхность присыпаю мукой, и его нужно очень-очень тонко раскатать. Это тесто, оно очень такое податливое, послушное, оно не рвется, с ним очень легко и весело, так сказать, работать. Мне оно нравится, оно такое вот очень приятное. Тесто раскатала. Смотрите, какое оно получилось тоненькое. Видите, даже вот видно вот рабочую поверхность. Оно очень легко раскатывается и тем временем оно, видите, совершенно не рвется. Какое тоненькое получается. Тесто раскатное вырезаю по форме. Я вырезаю по вот такой вот круглой тарелочке. Буду формировать чебурек. Кружочек нужно визуально поделить на две части, и на одну часть я буду выкладывать начинку. Перед каждым разом, когда вы будете выкладывать начинку, ее нужно хорошенько перемешивать. Начинку выкладываю тонким слоем, потому что чебуреки, они очень быстро обжариваются на сковородке. Я начинку буду выкладывать не до конца, чтобы можно потом было чебуреки защипать. Начинку выложила, теперь накрываем второй половиной теста. Вот так накрываем и рукой немножко придавливаем, чтобы убрать воздух. Чебурек защипываем вилочкой. И чтобы было красиво и ровно, чебурек подровняю фигурным вот таким вот ножом для пиццы. Первый чебурек готов. И точно таким же образом я сформирую все остальные чебуреки. Для начала я их всех сформирую, а потом уж только буду обжаривать, так как они очень быстро жарятся. Все чебуреки сформировала, буду их обжаривать. Обжаривать буду их на сковороде, на большом количестве подсолнечного рафинированного масла, на среднем огне. Масло уже хорошенько разогрелось, опускаю чебурек в сковородку и обжариваю с двух сторон до такого золотистого красивого цвета. Прошло 2,5 минуты, чебурек уже обжарился с одной стороны, сейчас я вам покажу, какой он получился красивый. Переворачиваю и точно так же обжариваю с другой стороны. Чебурек обжарила с двух сторон, посмотрите, какой он получился красивый. Выкладываю его на блюдо, которое застила бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. И таким вот образом я обжарю все чебуреки. Чебуреки на заварном тесте готовы. Они получились изумительно вкусные и очень сочные. Посмотрите, какие получились красивые. Из указанных ингредиентов у меня получилось 20 чудесных чебуреков. Я сейчас вам покажу, какие они получились внутри. Когда вы будете их кушать с пылу с жару, они еще будут, смотрите, какие хрустящие. А внутри, видите, сок полностью вот вытекает. Я вам разорвала вот горячий-горячий чебурек. Посмотрите, какой он сочный, сверху хрустящий. Ну, когда эти чебуреки полежат, из-за того, что они очень сочные, они станут мягкие. Но все равно они будут очень-очень вкусные. Посмотрите. Какие получились чудесные. Он просто очень горячий. Я вам хотела горячий чебурек вот показать. Поэтому вот так вот получается. Видите, какой сочный получился. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт. И вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!